Скала Моисея. Путешественники, когда-либо посетившие пустыню Синай, единодушны в оценках. Находиться здесь даже непродолжительное время очень непросто. Температура выше 45 градусов, изматывающий зной, постоянная сильная жажда. Мы вышли в путь с рассветом. Едва тонкие косые лучи осветили верхушку песчаной дюны, маленький принц уже встречал меня у входа в отель в полной готовности. С рюкзачком за спиной, невольно пританцовывая на одном месте, он выражал решимость и энергию действовать. Широко распахнутые серые глаза светились неподдельным интересом и ожиданием чуда. Еще бы! Где-то в этих бесконечных песках теряются следы человека, избранного Богом для уникальной миссии на Земле. Воображение подогревало увиденное. Пустыня. Что может сравниться с подобным испытанием? Неудивительно, что еврейский народ и те, кто присоединился при выходе из египетского рабства, стали громко роптать на Моисея. Люди требовали воду, чтобы утолить жажду. «Легко сказать, — думал Моисей, — вода в пустыне. Откуда же ей взяться?» Самые дерзкие вопрошали: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Моисей воззвал к небесам о помощи. Господь указал ему взять свой сапфировый посох, ударить им скалу на горе Синай и расколоть ее. И, о чудо! На глазах у изумленных старейшин из трещины в скале хлынули потоки воды. Ее было так много, что смогли утолить жажду около 2 миллионов людей и скот. Вот она, скала Моисея. Это она, дающая воду, сопровождала людей в их долгих странствиях по пустыне. А теперь приглашаю вас к осмотру своей картины. Скала Моисея – это одно из божественных чудес, позволивших еврейскому народу, вышедшему из египетского рабства, и тем, кто к ним присоединился, долгие 40 лет находиться в пустыне Синай. Легкая игра словно переливающихся красок, нежный оттенок светло-зеленого неба создают ощущение, атмосферу надприродного явления, ощущение чуда. Скала Моисея. Друзья, в следующий раз мы с юным потомком царя Соломона расскажем вам о том, как же удалось, каким образом удалось Моше Рабейну организовать передвижение огромного количества людей в пустыне Синай. Меня зовут Яэль Коэн. Приглашаю вас на авторское чтение книги «Это Синай деткам». Заказать ее можно в Якобу. До новых встреч!